Саперы 188 инженерной бригады штогод вызволяют землю от тысячи небеспечных трофеев периоду Великой Отчинной войны. А еще военнослужащие этого формирования налаживают понтонные переправы, выполняют иншие задачи, а так само занимаются патриотичным выхованием молоди. 21 студеня инженерные войски Беларуси отзначают свое профессийное свято. С этой нагоды наша здымочная группа наведала воинскую часть, якая размещается у Пашкова. 188 инженерной бригады регулярно ладит день отчиненных дверей и знакомит с армейским бытом подлетку. Я сам из Быхова, служу не очень долго, чуть больше 2 месяцев. За время, ну, сначала было волнительно поначалу, потом волнение пропало. Учитывая, что я не очень долго еще в армии, то на уборку кровати 3 минуты, сложить одежду, одеться. Около 30 секунд, даже быстрее. Сергей Волков из офицерской династии. Его батька так само служил у легендарной 188-й инженерной бригаде и будовал понтонные переправы у Темлику и для оказания допомоги насельництву. С детства здесь находился, знакомлюсь с традициями. Наш батальон занимается наведением постовых и паромных переправ. На данный момент батальон оборудовал и содержит мостовую переправу грузоподъемностью 60 тонн через реку Сож, город Чериков. А это плановые занятки за партой саперов. Только сойдет снег, и они снова будут працевать у полях и лесах. Там и догэтуль находят боеприпасы часов Великой Отчинной войны. Это уже модель модернизированная. Пришла у нас на замену старым советским металлоискателям. Каждый день чему-то новому учимся. Постоянно мы узнаем что-то новое для себя. Наша бригада имеет важную роль для Могилевской и Гомельской области, потому что нашими военнослужащими осуществляется разминирование местности от взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В ушедшем году нашими военнослужащими было обезврежено порядка 600 взрывоопасных предметов. На международных армейских гульнях, которые наближены до практичного применения, военнослужащие 188-й инженерной бригады завсёды показывают высокие выники и занимают призовые места. Татьяна Сергейчик, Александр Артемьев, новини региона.